В Шадринске дети с ограниченными возможностями здоровья встали на лыжи. На Увалах прошли областные соревнования по лыжным гонкам среди детей-инвалидов 98-го года и моложе. Участие приняли воспитанники зауральских коррекционных школ-интернатов. Всего на тропу здоровья вышло порядка 50 учеников. Для проведения состязаний была оборудована специальная лыжная трасса. Свободным стилем юноши бежали 5 километров, а девушки – 3. Как отмечает главный судья соревнований, трассу в этом году по сравнению с прошлым сделали легкой. У девочек на дистанции 3 подъема, а у мальчиков 5. Убрали большие подъемы, сделали попроще, самый спокойный спуск, для того, чтобы не было никаких падений. И травм не было. Самое главное, чтобы не было травм. Но были случаи, когда ребята просто не подготовлены, он падает, и в него врезаются другие ребята. Ну, таких серьезных травм не было, но мелкие были, да. Среди участников были как новички, так и те, для кого эстафетная погоня была простой разминкой. Например, ребята из Варгашинской школы-интерната, которые недавно стали чемпионами России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями. Началось все 3 года назад. Станислав Александрович, тренер мой, Кондратьев, пришел к нам в школу. Мы начали заниматься. Были соревнования среди адаптивной школы зимой. Я там стал 2-м. Потом мы на следующий год отобрались, ну уже это, в 2014 году отобрались уже. И потом в 2015 мы поехали на Россию. Я там стал серебряный призер, стал в коньке. В классике я ничего не занял. А в этом году мы поехали туда, ну а также отобрались, поехали. И я выиграл конек, а в классике стал 3-м. Каждый из участников лыжной гонки преодолел свою дистанцию и достойно финишировал под ободряющие аплодисменты болельщиков. Таким образом, среди юношей первое место занял Дмитрий Филиппович, а у девушек лучшее время у Анастасии Юкляевских. Данные соревнования пойдут в зачет второй спартакиады детей-инвалидов Курганской области. Благодаря прошедшим лыжным гонкам первое место завоевала команда Варгашинской школы-интернат. Далее ребятам предстоят состязания по легкой атлетике, после которых подведение итогов и награждение.